Работающие еще по советскому проекту межрайонные очистные сооружения запустили в середине 60-х прошлого века. Сегодня нагрузка на объект колоссальная. Он обслуживает 5 муниципалитетов и нуждается в модернизации. Ее проект уже разработан. Так, исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский прибыл на объект, проинспектировал работу очистных сооружений, отметив важность и масштаб запланированной комплексной реконструкции в рамках национального проекта «Экология». На сегодняшний день совместно с группой проектировщиков компании ЕКС мы разработали проект реконструкции, который будет осуществляться в несколько этапов, конкретно в 3 этапа. При этом хочется отметить, что реконструкция с увеличением мощности, необходимой для щелковских очистных сооружений, будет происходить без остановки текущей деятельности предприятия. Комплекс работ по реконструкции рассчитан на 3,5 года в среднем. За это время запланировано поэтапно полностью модернизировать сооружение и увеличить мощность. Все то производство, которое сейчас происходит на очистных сооружениях, весь избыточный ил, он весь вывозится изосуточно, да, не складируется на открытых площадках, тем самым снижена максимально площадь испарения ила отработанного. После модернизации будет также механическая очистка, будет биологическая очистка с реализацией процессов нитрогенитрификации, будет доочистка. И будет обеззараживание ультрафиолетом. Безусловно, в основу нового проекта заложены технологии сегодняшнего дня. Сооружения будут более компактные, с увеличением производительности и с серьезным уменьшением экологической нагрузки на окружающую среду. Анна Блиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.